Буквально час назад, дорогие наши зрители, к нам пришла очень ужасная и трагическая новость. Многие из нас до сих пор рыдают и никак не могут успокоиться. Многие просто шокированы этим. Нашу студию забросали письмами с просьбой рассказать более яснее и конкретней об этой трагедии. Так как никто пока ничего об этом не знает, вы одни из первых, кто об этом узнает. В Москве в состоянии средней тяжести госпитализирован 47-летний актер Станислав Дудченков, известный по сериалам «Каменская», «ДМБ» и «Воронины». У него диагностирована пневмония. Течение болезни осложнено хроническими заболеваниями актера, гипертонией, панкреатитом и бронхитом. Бывшая жена Дудченкова подтвердила информацию о его госпитализации. Актриса сообщила, что с Дудченковым все хорошо, ему прописаны капельницы и другие профилактические процедуры. Бабушкина уточнила, что артиста скоро выпишут из медицинского учреждения. Давайте, друзья, поддержим Станислава. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. А вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. До скорой встречи, друзья, на нашем YouTube-канале.